Денис там в лесу спрятала замечательное крынечко с церквушкой. Мы к ней подходим. Угу. Там внутри есть ведерко. Вот. Замечательно. Я крутить буду. Можно? Можно мне покрутить? Иди смотри, как вода лучше набирается. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Иди смотри. Настоящий. Сейчас немножко успокоится. Да. С этой ведёвочкой не всё. Кричи. Смотри. Водичку. Фу, бе. О, какая водичка. Сейчас померяем водичку. Фе. Где наша? Да не фе, это хорошая водичка. Птицы поют. Вот это здесь не имею. 80 вода показывает. 85. Это здесь чистая вода. Это вообще чистая 87, вода. 88. Ну не важно. Это чистая вода. Даже чище, чем Белыныча. Пусти маму. 90. Ну, 90, 88. Это чище, чем Белыныча вода. Это там Господь послал. Замечательную крыницу. Даже очень чистая. С часовенкой. Заходим в церквушку. Какая красота. Смотри. Смотри. Шапочку давай снимем. Смотри, надо Иису. Лучше и ты. Какая красота. Мам, иди сюда. Пресвятая Богородица, спаси нас. Иди сюда, сатаист. Не трогай, сынулечка. Поклонись и перекрестись. Как здесь тут? Не налавится тут. Ага. Давай на сумочку. Я пойду к папочке. Смотрите.